только что установили, что за нами хвост. Ребят, тихонечко не оборачиваемся. За нами хвост. Возможно, ДРГшка работает. Домой идешь? Вот как обычно, как за два назад. А понимаешь, что идешь, чтобы никуда. В этот дом первый попала. Пока тихо, да, бабушка? Да, так хорошо, когда тихо. Ну, видимо, вечером-то опять начнется, да? Ой, каждый раз. Уже так надоело. Вот это я... К вам еще не попадало, да? Да, вы что? Крышу полотали. С той стороны побито все. Забор два раза вставили. Весь, до самого этого все. Видите, вот это все наше. Да-да-да. И сама еще упала, получила травму, вот эта рука сломана. Понятно. Под обстрел упала вот там, под гараж. Если бы не упала, и убила бы. Так я говорю, это, увидела, и так приятно, когда кто-то... А вы знакомы, да? Не-не-не, ну, просто я что увидела люди, да? Вас, и мне на душе стало легче. Понятно. Понимаете, конечно. Когда... Вот это ж видите, какой у меня какой порядок? Не, ну у вас вообще... Несмотря на войну, я все равно стараюсь, чтобы было чистенько. Правильно. Понимаете? Да. Кругом почистила. Тут же была гора мусора. Вот тут была. Вот это ж когда завалился забор. Угу. Весь шифер. Там кирпичи полетели. Окна все выбиты. Окна. Хм. Я родилась тут, в этом доме. Понятно. Уже прожила 77 лет. Мне вот. Меньше. Ну, мне внуки. А ты ведь тоже здесь родилась, получается? Да. И два дома. У нее было два дома, и два дома сгорели полностью. Сейчас мы туда идем. Там же все. Я туда прошлась как-то и пришла. Заболела. Там же шужа, что делается. Разрушили все. Боже, когда это все будет конец. Ты школу, в которой ты училась? Да. В этом году закончила. И знаешь, там главное? Был последний звонок. А ты реально вот эту школу и заканчивала в этом году? Ну, эту школу и закончила. В этом году. А вот когда выбили стекла вот эти вот? Ну, какая разница, есть стекла, нет стекла. А, то есть все равно... Ты на дорогу глянь. Учение продолжается. Обучение. Домики. Скулочек. Ну вот так вот здесь на машинке не покатаешься, конечно. В этой школе бабушка училась, мама училась, я закончила. В принципе, ни одного живого стекла вообще нет. Заклеивали. Как было хорошо. Самолеты видела, да? Самолеты. Как взлетают, приземляются. Да, романтика. Самолет так летит, так красиво. Можно было в парк выйти посидеть. Взлетают. Так. Тишина, лесочек. Поезда там на дальнем плане. Хорошо. Знаешь, что казалось, так хорошо. Ехать можно из ЖД на поезде, и самолеты рядом. А потом так... Самый неблагополучный участок. У нас сегодня какая задача? Не просто посмотреть вид дом, да? Конечно. Вообще, это дом, это моих прадедов. Живой прадедушка, прабабушка. Они ветераны Великой Отечественной войны. Вот. Дедушка у меня стрелял в той самой Катюше. Я горжусь им, это мой кумир, наверное. У него было очень много медалей, они все лежали у меня в шкафу. Но так как ничего не осталось, можно поискать, в принципе, должно что-то остаться. Потом, кстати,
где? Да? В общем, дверь не открывается, но через забор надо, да? Кто у нас через забор умеет сигать? Гурман, тут требуются навыки форточника. Ты ее закрыл. Ладно, можешь сам полить. Еще у меня был очень даже красивый огородик, между прочим. Посмотрим. Действительно уютненько. Да. Ну что, встречай гостей, накрывай на стол. Проходите, чай, кофе. Так и быть. Вкусно? Да. Это вот все, что осталось от дома 17-летней ополченки по имени Светлана и с позывным Рыжая. Это дом соседей. Тот самый дом прадедушки, прабабушки. Они купили этот дом. Потом здесь жила бабушка, дедушка. Сначала у нас попало в этот дом. Там, где жили родители и мамин отец. А когда уже попала в этот дом, спустя месяц, 20 октября, получается, попала 20 октября сюда, 21 октября у меня день рождения, это был просто феерический подарок. Это, знаешь, как-то вроде как и праздник, а вроде как дома второго нет, и ты чувствуешь, что ты полностью бомж. Это чувство просто непередаваемое. Причем ведь расстояние между домами-то не маленькое, да? Ну как, тут улица 3, наверное. И попала именно в оба дома. И оба дома вот в таком состоянии. И знаешь, спустя месяц. Первый дом сгорел 19 сентября, второй 20 октября. Вот. Ну что самое удивительное, ты вообще не унываешь. Да, ну знаешь, ну как-то... Всегда с улыбкой. Встречаешь гостей, гуманитарщиков. Да, главное, что у меня есть родители, у меня есть семья. Как бы у меня есть два участка. Ну, много мусора, конечно, но... Ничего? Есть люди, которые потеряли больше, правда? Очистим. Причем ты не убежала в Россию, а ты пошла служить. Ну, сейчас помогаешь гвардии. Республиканской гвардии, помогаешь бойцам. Да? Это пример. Это пример. Пойдем копать? Да, пойдем. Ты уже копаешь? Да. Держи. Вон, смотри, там, здесь. Причем он очень осторожный. Знаешь, бабушка не убивалась. Это был фарфор. И она, когда маленькая, разбивала тарелку. Как меня ругали, меня так по заднице лупили. Аккуратно, там половинка, с половинкой. Вот, ты в зале. Так, я? Ну что? Вот именно на этом месте. Вот этот стоял шкаф, дверь была, стенка. И вот это вот место занимал шкаф. Ну да, простые. 25 копеек. Что здесь было? Медали, да, здесь были? Да. Света. А сколько их было штук? Смотри. Ну, около 30 точно. Дедушка, он на 9 мая, он не любил их надевать. Знаешь, у нас были праздники, типа в школе, день для ветеранов. Всех ветеранов с района нашего собирали, везли туда, там вроде как песни, пляски, песни Катюши. Но он их никогда не надевал. Даже если вот все дедушки бывают. Все в медалях, в орденах, это вот. Он не такой, он скромничал, если парочку наденет, это уже хорошо. И у него нет таких фоток даже, ничего. Был скромный, но я рассказывала очень мало о войне на самом-то деле. Мои 17 лет, они здесь. Гурман. Да. Я еще вот тут вот нашла монетки, так что. Видишь его? Вижу. А монетки эти были рядом как раз вместе с медалями. А, даже они пробиты? Ну, конечно. Какое же количество осколков здесь было? И град сам, там фигня, прям в доме было. Что, бокал оплавленный? Да. Ты его наверняка помнишь, да? Конечно. Все праздники, все дни рождения, эти бокалы, знаешь, Новый год, бокал. Анька, он хорошо, в принципе, сохранился еще. Конечно, замечательно. Не, почему бы нет? Так нормально еще, что ты?
так думаю, медали-то должны остаться по-любому. А, вот, кстати, тут у меня монетки-то и лежали. Вот они еще. Ну, значит, мы все ближе и ближе к цели. Ну да. Мы обязаны найти медали деда, прадеда. Прадеда. Лишь бы местом не ошиблась-то. Точно, дед? Я не ошиблась. У этой стенки, да? По-любому. Вот это была стенка, вот это была дверь. Угу. Это же была спальня, большая кровать, у меня пальмочка стояла. Вот. Да. Между прочим, мой красивый горшок. С пальмочкой. Когда-то. Вот. Главное, что фотки сгорели. Это, наверное, прям печальное самое. В общем, больше никак не восстановишь. Огромный шкаф с одеждой, которой больше нету. Две сумки, это вполне хватает для жизни. Между прочим, девушки, две сумки, кроссовки, балетки. Ты счастлива. Все, больше ничего не надо. И форма. Камуфляж тебе идет, ну, к лицу. Мне вот ремешочек подарили. Вот отлично. Прикольно? Конечно. Ну так, смотри, как он. Да. Ты настоящий воин. Ну так. До воина еще далеко. Воины — это те, кто... Когда начиналось все у нас здесь, на аэропорту вообще. Воины — это те, кто просто брал оружие, без всяких документов, без медкомиссии, без всего этого... И шел, бежал просто на аэропорт. У меня сосед схватил лопату и побежал, говорит, ты куда? Говорит, укром мочить. Они там типа попали в тот дом, там человека убило. Хватает лопату и бежит, как угорелый просто. Знаешь, что вот люди, которые не шли ни за деньги, ни за славу, ни за медали, а те, кто шли за людей, за небо, за Донбасс, именно не за то, чтобы он был в составе Украины, а за отдельную как бы республику, возможно. Ну, в первую очередь, это было за наш, даже тот же район, за наш аэропорт, за дома, за церковь, которая рядом. Вот. И идея. Сейчас идеи такого-таки нет. Вот только те, которые потеряли все, вот они полностью осознают, что такое, что-то новое, что-то без Украины, без тех, кто разрушил это. Ну, таких мало. Я видел, у тебя там будка собачья. У тебя собака была? У меня было две собаки, одна кошка. Немецкая овчарка, она погибла при обстреле, когда дома попала. Угу. Я зацепила осколком. А второго стафа моего просто привалило чем-то. Вот, ему вот он так. Он выжил? Да. Ну, он пережил еще один обстрел после этого, и он живой. То есть сейчас он с тобой, да, вообще живет? Нет, отдали у нас, как бы, нет такой возможности, чтобы он жил с нами. Ну, скучаю. Очень. Пойдем покажешь вообще дом, потому что ты как-то не гостеприимный. Я не гостеприимный. Показала только одну комнату. Че это одну? В общем-то, мы зашли через окно гостиной. Здесь был диван, плазма, столики, цветочки. У меня мама очень любит цветы. У нас все было так зеленое, красивое. Да, это у меня бабушка коллекционировала. Переход в ванную, кстати, Глеб. Да, у меня бак еще более-менее сохранился, а? Да вообще жить можно. Ну так, смотри, четко. Ну, в общем, в этой херне я волосы красила, это же не натуральная рыжая. Угу. Тайна. Какой у тебя, кстати, цвет, свой цвет волос, а то ведь... Я русая. Ты русая у нас. Но зато у меня... Русская, русая девочка. Да. Ну, в душе это рыжая. Можем пойти ко мне в спальню. Ну, давай. Проходи. Как у тебя здесь красиво. Да, у меня здесь романтика. У меня вот подвал, видишь, он... Был на самом деле здесь... Моя кружечка. В принципе, если порыться, можешь тут найти, типа, кружечку там, статуэточки. Ну. Нам главное найти медали прадеда. Конечно. Кухня, естественно. Ты же любишь вкусно покушать? Люблю, люблю. В общем-то,
как здесь было, так и осталось. Плита, на ней была очень вкусная шарлотка, да. Вот, вот на этом противне. В принципе, она так и осталась, там у меня кексики были, это красивенько все. Мисочки все это перемывала постоянно, знаешь, бомбят, а я сижу там себе, ковер тру, там, окна мою. Мне как-то казалось, что мой дом обойдет. Вот во все попадет, мой обойдет. Ну, не сложилось. Вот. В принципе, знаешь, тут еще так более-менее все. Да можно жить вообще, я не знаю, что ты переживаешь. Я не в тарелке, что это я? Нормально все. Даже чайник сохранился, о чем это я? Ты прям рядом с церковью живешь, да? А вот голуби, кстати, по-моему, декоративные. Кто-то, видимо, держит их здесь. Да, у нас были здесь люди, которые держали их. На встречу с тобой прилетели. Так вот потоптал все мое имущество. Тебе не стыдно вообще? Прости, пожалуйста. Вот и начинается. Да. Хэллоуин, дождались. Начинается обстрел. Нет, мне кажется, это не монета. Нет. Это орден. Просто оплавились, как они называются, верхние вот эти вот. Угу. Перейдем в расположение, отмоем их, как положено. Ну вот видишь. Сауна. Корнила ничего. Ух ты, как хорошо ты пошел. Ты как настоящий археолог работаешь. Ювелирная работа. Просто напомню, что мы тут находимся в 800 метров от аэропорта. Ну мы, конечно, удачно зашли. Сосед говорит такой: ну что, народ, крышу делаем? Крышу. Крышу. У нас тут стены особо нет. Ты стукнешь, она упадет. Ну я не буду, да? А он крышу собрался делать. Отчаянный. Тем более бахает он. Каждого свое. А кошка, которая здесь Светлана, была, она... если я найду медальку, ты меня поцелуешь? Конечно. Ты нашел? Серьезно? Ты серьезно? Реально медаль. Да? Точно, медаль. Гурман нас вообще постоянно выручает. Что вы вообще без него делаете-то? Это без шуток, да много было уже случаев, когда нас выручал. Тот же самый случай с бензобаком в виде 5-литровой баклажки. Замена колодок прямо в дороге.
всякие проколотые колеса, вообще даже не вспоминаем о них. И все это на гурмане. Гурман — это вообще такой образ русской смекалки. Хорошо, думаю. Нашла? Ну, розик вот. Может, монетку конечно? Да нет, похоже, ну вот. Гурман! Ребят, нет желания как бы это самое? Нет, да. Немножко пошкериться, нет желания? Нам еще во второй дому кидать. Ты хотел, да? Ладно, решили поиграть со смертью, ну давайте. Проблема в том, что у меня всего на 30 минут съемки. А когда от гурмана останутся одни тапки, я что буду снимать? Сетку стю. Летит, да. Вот и что, нора. А? Да, нора тут есть. Тебе предлагаю в стены все-таки зайти. В стены зайти. Больше будет шансов. У тебя же кадр нужен. Нет, такой кадр мне не нужен. Танки идут. Да. У тебя здесь за стенами не слышишь, на улицу выйди. Вот. Не-не, я слышу, слышу. Гудят. Братан, а вот это уже серьезно пошло. Да. Гурман. А? Пора менять дислокацию. Просто глупо сидеть в доме, который уже разрушен, он прям находится на линии. И ждать, когда же прилетит сюда. Давай, гурманчик, собирай свою барахлишку. Ну, пойдем. Пошли. Долг перед знаменитым предком выполнили. Ордена нашли. Да. Но мы еще вернемся. Мы еще не закончили. Да, пока нашли, по-моему, 5 орденов, да, из 30. Мы еще вернемся еще. Куда мы будем? Дверку он закроет, да? Да, конечно, чтобы никто не влез. Я бы на вашем месте ускорил бы шаг, потому что бомбят не кисло. Это ты знаешь даже. Привет, солнышко, иди ко мне. Она боится себя. Как это боится? Иди ко мне. Привет. Иди сюда, иди сюда. Ой, а ты что тут делаешь? Да вот это. Сюда, сюда. Чудо, вы что? Да мы с одного огорода в другой. Вы живете еще здесь? С ума сошли? А что это у вас такое? Прикольно. Да, конечно. А можно? Можно, возьмите. Я смотрю, вы не боитесь, да, что обстрел с ребенком? Уже привыкли настолько? Ну, в принципе, да. Мы просто с одного огорода не успели еще домой дойти. Я понял. Ну, тогда, наверное, не будем вас задерживать, потому что мало ли. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.
вот так переписываешься. Ой. Там, кстати, сосед живет. Живет человек, да, здесь? Да. То есть его не смущает, да, вот этот? Нет, он спокойно живет. Там он начал, и вот до сих пор у него собачка. Вот начинается опять. Второй дом, да? Да. Ну, это же более-менее он такой поновее. Яблочко вкуснее. Короче, воды нету. Воды нету. Хлеб будешь? Нет. Вот вкусные яблочки. Делал ты зеленки опять заедные? Вообще. Ну, конечно. Коричневка не вкусная. Вот рассказывай да селянину. Да у него уже упало. Чудо, я ему нормальный предлагаю. Ага, зеленки. А жизнь-то продолжается. Все, ребятки, на выход. Сейчас здесь так накрою, что будешь как вот эта вот лопатка. Конечно, вот тут, на передовой, познается весь смысл и разница слов «повезло» или «не повезло», да? Вот твой дом рядом, и он полностью уничтожен. А вот стоит красивый дом, и в него ничего не прилетело. Здесь красивые березки, сосенки, крыша, все целое. Ни одного осколочка рядом вообще. Да. Тут тоже прилетит какой-нибудь гейский чпок. Да гурман вообще неубиваемый, он бессмертный. И он опять надел веники березовые. Что же, ты еще сосновый решил веники делать? Совсем озверел. Еловые веники. Что вообще спину отцарапать, как граблями. Со штык ножом идет. Гурман, никуда не торопимся, я смотрю. У него походка, я обратил внимание, как у кота. Тап, цоп. Мы заслужили баню сегодня? Единственный вопрос. Заслужили? Да. Единственный момент, осталось ли в живых баня, пока мы здесь бродим. Потому что вот этот дом явно уже все мертв. Маська, гляньте, какая он такого не ел. Сейчас покушает. Отдайте в нас девочка просто. Сейчас, я вам... Куску так, чуть-чуть. Вот так вот. Там маленький, ну, капельку. А вот она. Нет, это. Да, это. Там еще кисель. Ну, конечно, а как было? Пылесосик. Ням-ням-ням-ням, быстрее съей. Ешь, быстрее, погоди. Ням-ням-ням. Не страшно совсем, да? Родилась, получается, под бомбежечку уже. Не, а у нас дом пережил 4 взрыва. Ну, кучно. Тут было 2 веранды. Вот там, вот, где вот эта собачка. То есть это уже немножко перепланировка, да, случилась? Да, тут уже, да. Вот где собака сейчас маленькая, вот, да. Охотничья. Там вот так вот яма была, вот. Вот так вот яма была, вот так. Заходила в яму туда. Обалдеть. Пока не засыпали, вот это не... Вот она наша, 2 веранды, вот они. Ну, как всегда, не обошлось без прикола. Пришли к машине, и оказалось, что все медали найдены остались на подоконнике дома. И как видите, нас только трое, потому что гурман вызвался добровольцем сбегать за ними, а это где-то 3,5 километра. И вот он сейчас убежал вдаль, но будем надеяться вернется, потому что сейчас там хороший замес начался. Ждем гурмана. Опять отличился парень. Задание выполнено? Путь сюда. Задание выполнено. Точно. Кстати, заколебались тебя ждать, уже подумали тебя накрыли. Блядь, там представляешь, в ебаный промеж соседних улиц. Ты серьезно? Да. Сколько медалей было? 5-6, да?
4. А, 4? У тебя 5. Да. Я, блядь, искала телефон. Думаю, ну куда-то она же упала. Ладно, Гурман, иди. Ну, теперь заслужил. Заслужил. Нет, вот иди. Заслужил. Давай, награди. Награди, рыжая. Гурман. Ну, реально заслужил, мужик. Откопал, нашел, сбегал за ними еще раз. Чуть под обстрел не попал. Гурман, спасибо. Ну все, загружаемся. Задание выполнено.